Настя, возьмешь в рот? Сейчас ты мне возьмешь в рот. Палец. Сейчас ты мне. Прикольно, да? Шутка такая, типа. Возьмешь в рот палец. Поняла? В очках и без. А что ты платишь? В очках и без? Конечно. В очках? Смотрите, вот в очках. Вот без. Намного лучше без. Нормально. Очки, как будто ты это пафосные. У нас вроде как праздник, ребята. Да, вот это все. Мы, короче, бабулек устроили. Да, мы идем с бабусями. Это наш момент славы, ребят. Вот он. В это в мусор или? Да, в мусор. О боже мой. А, фотография, я иду за тобой. Да? Или что-то надо сделать? Да. Все. Фотографии сделали, Настя. Только это видео. Так я поняла, поэтому и слава поцелую любимым моим подписчикам. Любимым. Любимым моим. Куда? По этой штучке. По какой штучке? По какой штучке? Так вот тут, вот там. Да, фоткаемся. Где? Вон там, посередине, там нормальный вид. Пошли? Ну, пошли. Ты там сейчас не перелезешь только через дерево? Тут стопудово кто-то и как его писал, Настя. Оп. Оп. Боже. Фоткаемся? А, поцелуемся за сос, нам сказали. Да, ну не будем, я не хочу. В смысле? Не стой, ты что, будь дурак? А что случилось? У нас сейчас сердце остановится. Что случилось? Не надо. Настя меня за жопу там держит. Не, ну мы чокнутые так-то. Нам просто все говорят, что мы чокнутые. Мы так-то не чокнутые. Не, вся правда у нас, ребята, мы снимаем тупо наш лайфстайл. Лайфстайл. Это просто как мы что-либо, куда-либо. И вообще наше восприятие жизни. Если вам не нравится, жаль. Ну, как? Ну, вы просто другие люди. Если вам нравится, то классно, вы с нами, вы чокнутые тоже. Да? Да. Может, прыгнем? Давай, Настя, спрыгивай. Готово? Куртку подержишь? Да. Кто? Да. А, раз. Два. Дверь, я что-то страшно. Ну туда. Не буду здесь с ними больше. Может, я спрыгну? Давай. Я-то спрыгну. Нет, посмотри. Что ты на край не можешь встать? Настя, слабо встать на край. Что, больной, блядь? Смотри, это веди меня. Держи меня. Блядь, ты что, больной? Ты что-то нахуй. Настя, дай этот кадр сниму. Тебя сейчас оторву, Паш. Паш, я тебя сейчас оторву. Ты как ты наклоняешься? Настя, держи меня. Держи меня. Вот он кадр. И снова. Оп, попочкой. Оп, посветила. Оп, оп. Чуть-чуть рахитоз свой показала. Санта рахитоз. Что ты меня опять держишь? Что-то боюсь за тебя, блин. Настя, покажи, как ты подмышки проветриваешь. Кто Васяра пришел тут, бля? Это элитный, так скажем, место Перми. Мы сейчас увидим с вами здание стоимостью непонятно какой. Но здесь живут всякого рода депутаты. Интерес истории, скорость, цели безопасности перед родными. Я уже думал, снимать запрещено, написано. Итак, что мы там видим? Тан-т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 ан. Вот такие вот там здания. Такие там люди. Вот. Если вы один из этих людей, можете написать нам. Мы к вам в гости придем, типа снимаем. Порше 911. Да. Ребят, обязательно напишите нам. Пока что. Пермь – это город контрастов, да? Мы только что были с вами вот в этом прекрасном месте, где живут великолепные люди, наверняка. Вот. И сразу же проходим мимо и видим. То есть вот, понимаете, да?
Вот мне интересно, эти депутаты, которые там живут, они не видят рядом с собой, что творится вообще в Перми? Вот эта вся мразь. Это не недавно снесли, это уже снесли полгода назад, так и мусор лежит. Видишь, ты игрушка. Так нажимаешь. И все рушится. Классно. Новые игрушки Макдональдс. Ну-ка, дай мне ее. Я вставь эту птичку. Че? Тебя хотела так себе берла. Дурак, что ли? Дочь.